Семена остеоспермум смесь окрасок, смесь окрасок остудит знойную палитру цветника, добавив в него освежающих холодных оттенков. На густо облиственных кустах, высота которых не превышает 25 см, с июля распускаются соцветия корзинки разнообразные окраски. Язычковые лепестки могут быть белоснежного, бело-малинового, малинового цвета. Двуцветные представители прокрашены неравномерно. У одних соцветий в малиновый цвет окрашены только кончики лепестков, у других по всей поверхности разбросана штриховка. Глазок остеоспермума необычного синего или сине-фиолетового цвета. Остеоспермум смесь окрасок – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Остеоспермум прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания остеоспермума прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает остеоспермум смесь окрасок в месяц июнь-август. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.